В рамках ярмарки «Умная книга» в Иваново прошла акция «Книговорот». Организаторами ее выступили сотрудники областной научной библиотеки. Участником акции мог стать любой желающий. Для этого нужно было оставить уже прочитанные или просто ненужные книги и взять с прилавка стенда любую понравившуюся взамен. К акции ивановцы присоединились очень активно. Порой приносили целые серии книг. Большинство из оставленных книг отправятся в отдаленные уголки области, в сельские библиотеки. У нас есть библиомобиль, который регулярно выезжает в сельские муниципальные образования. И мы вот из этих книг тоже подбираем комплекты для передачи сельским библиотекам и в том числе просто раздаем населению.